А мы опять братья. Печи жареные сливочные соусы, куриные котлетки, кучу были с легким сыром, американо, апельсин, напечки, все сразу? Да. Она меня оставляет? Спасибо. Смотри, тут что есть. Машинка швейная. Вон медведь есть, смотри. Вон там собака лисья. И коньки вон на стене висят, смотри. Ну, они их не видно. Вон носик есть, а глазок не видно. Здесь где-то должны быть глазки. Нет, тут ушки. Не знаю, лись. Отвалились глазки. Смотри, какое радио. А это вот утюг весь. Два утюга. Представляешь? Смотри, какие всякие штуки на столе. Мясорубки, ложки, чайники. Композиция из снопов. Конфетки, мам. Знаете, какие конфетки? Я вот хочу их съесть. Знаешь? Бублики. Бублики. Ну, веревочки висят, да? Баранки это. Да, баранки. Всякие штуки разные. Разные формочки, да, чтобы выпекать чего-нибудь. И тут тоже разные формочки. Да? Это мясорубка, наверное, или соковыжималка какая-нибудь. Вон там, пойдем посмотрим, что в шкафу есть. Смотри, здесь, Алис, Алис. Здесь, смотри, всякие штуки разные стоят. Ты да пойдешь у меня, поведешь в тот шкаф? Здесь еще есть шкаф с солдатиками, матрешками и там всякими тоже игрушками, да? Мне наконец-то досталось говяжья печень в сливочном соусе. Папа себе заказал куриные котлеты. Со сложным гарниром. А Алисе мы снова взяли хачапури. Но папа совершил одну маленькую хитрость. Он сходил с Алисой в Ландау, и ей там насыпали попкорна. Вот. И поэтому я сильно сомневаюсь, что Алиса будет есть хачапури. Но открою вам тайну. Я сама хотела поесть хачапури. Поэтому мы не расстроимся. Съедим с большим удовольствием. Нет, это все, эти тебе, да, это тебе не надо, это острое для тебя. Вот это я убрала. А хачапури можешь кушать. Представляете? Я не смогла доесть свое заказанное блюдо. Он сидит, муж, спасает меня, помогает. И даже до хачапури сил нету. Да, Алиса ест попкорн. Попить, пожалуйста. Аккуратно. Аккуратно. Да, Алиса пьет облепиховый морс. Мы с ней вместе пьем облепиховый морс. Пошли домой. Нет, не хочу. Нет, хочу съесть. Здрасте. Один, два, три. Спасибо, до свидания. А мы домой, сытые и довольные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!